Открытое первенство города Каспийска по самбо на призы ООО «Каспий-Телеком» состоялось 11 декабря на базе спорткомплекса «Санатория Энергетик». Помимо каспийских спортивных школ, в турнире приняли участие юные самбисты из Махачкалы, Карабудахкента и других муниципалитетов. Возраст спортсменов от 10 до 14 лет. Призы, помимо грамот и медалей, кубки за первые места, футболки, кружки, это все от нашего спонсора, за что хочется поблагодарить, это ООО «Каспий Телеком» в лице генерального директора Магомедова Ильдара за оказанную эту помощь. Несмотря на юный возраст участников, многие поединки оказались достаточно конкурентными и зрелищными. Это говорит о высоком уровне развития самбо в регионе. Тренируюсь уже более 5 лет. Тренер Арсланбек Марат. Сложно было, конечно, две схватки выиграть. В дальнейшем хочу пойти на боевой самбо. Чемпион России стать, если получится, потом дальше по ММА пойти. Подобные соревнования направлены на популяризацию данного вида спорта среди подрастающего поколения. По словам организаторов турнира, проводить данное первенство в Каспийске планируется ежегодно.